Я пришел на коучинг после того, как начал торговать самостоятельно. Тот результат, который я ожидал, я получил на 200%. Мне не хватало именно профессиональных знаний. Ну, небо и земля. В дилинге у меня результат там в разы лучше. Ну, от коучинга с Денисом Стукалиным у меня положительное впечатление. Ну, я много проходил курсов. Считаю, это самый лучший на территории Российской Федерации русскоязычный курс. Потому что ну, полный объем информации, то есть я получил это и торговые стратегии, над которыми мы самостоятельно работали, прорабатывали домашние задания и все остальное. То есть все спектры торговли на фондовом рынке, на криптовалютном рынке мы полностью проходили на обучении. Опционы, то есть все работа со всеми инструментами. Я пришел на коучинг после того, как начал торговать самостоятельно. Вот. То есть, ну, у меня опыт с 2016 года самостоятельной торговли, пассивный. Опыт такой плачевный, он начался с доверительного управления. Вот. И потом я понял, что доверителям, которым я доверил деньги, они их потеряли просто. Вот. И я понял, что на этом можно зарабатывать деньги, и надо просто самостоятельно вникнуть в эту систему, как там можно зарабатывать. И долго самостоятельно изучал, естественно, мы как бы обращаемся к первоисточнику, там, к интернету, ищем какие-то бесплатные курсы, там, книги и все остальное. То есть, ну, книги, понятно, это база, там, основа, и в основном все адекватные книги, они написаны очень давно. Вот. И начал смотреть YouTube Дениса. И, соответственно, единственное, как бы, я считаю, и правильным было решением, это как бы обратиться к Денису в коучинг. И ну, как бы, тот результат, который я ожидал, я получил на 200%. И, ну, разница огромная. Изначально торговля была, естественно, в минус. То есть непонимание рынка, там, формации, как рынок движется, то есть там интуитивная торговля. Потом, после бесплатного обучения в интернете, естественно, я уже стал колебаться возле нуля. Вот, и понимаю, что как бы мне не хватало именно профессиональных знаний. То есть не просто какой-то там курс пройти, там, условно, за какую-то сумму там, минимальную и просто понять хотя бы азы. Мне нужен был именно профессиональный подход. Естественно, из того я много изучал, у кого хотел бы я учиться. И одна из профессиональных команд – это Xelius в России. Количество сделок, ну, в принципе, количество сделок-то оно одно и то же, потому что я интердей торгую, вот, а просто, ну, естественно, как бы понимание общее рынка, куда цена движется, как, и, конечно, фильтры, много фильтров, которые как бы не позволяют тебе войти в сделку, и, там, по стопам не вылетать. Ну, торговал я дома, и я всегда хотел в дилинг, просто я жил в Санкт-Петербурге. Вот, и переехал в Москву вот в этом году, и как бы, ну, первая задача у меня была как бы дилинг. Это, ну, небо и земля на самом деле. Самостоятельная торговля, она, во-первых, она тяжело тем, что ты один на один с компьютером, да, и какой-то анализ, где-то подсказка, то есть общение, коммуникация, она тоже важна. И, соответственно, как бы здесь шеф по дилингу Алексей, он всегда направляет. Разбор сделок вот очень важен. То есть много там факторов, которые вроде ты понимаешь, но самостоятельно себя объективно не можешь оценить. Алексей всегда подсказывает, говорит, там правильно, там неправильно. Это, то есть, ну, многого стоит. То есть вот за не короткое такое время в дилинге у меня результат там в разы лучше. Намного. Конечно, помогло. Именно коучинг, мне, я повторюсь, что на 200% меня удовлетворил. Потому что я и проходил другие курсы у различных, там, но там не удовлетворен я полностью. Три слова. Ну, повышение уровня, там, профессионального уровня. То есть положительный результат именно в профите. Ну, третье, наверное, психология. То есть важно, я, то есть, сейчас торгую очень спокойно. Ну, на самом деле, коучинг, я вот,
рекомендовал бы всем. То есть это и профессионалам, и новичкам, потому что там много полезной информации, даже люди, имеющие там опыт 10 лет, то есть они получат там много нового. И, ну, это получение опыта от профессионального трейдера. И у меня есть такой план еще раз сходить на коучинг к Денису. Потому что времена меняются, рынки меняются, поэтому всем рекомендую.